Все знают, что Новый год — это время чудес, и сегодня мы хотим порадовать одного нашего особенного болельщика. Его зовут Артур Борис. У него ДЦП. Он участвует в послематчевых пресс-конференциях, и сегодня мы хотим его навестить. Несколько недель назад Артур приятно удивил меня, когда спел мне «Happy Birthday» после матча с ЦСКА. Craig, first of all, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Craig. Happy birthday to you. Так Артур стал очень популярным в интернете. Знаете, а у него ведь нет аккредитации, но совместно с КХЛ сделали ему именную аккредитацию. Он ее заслужил. Жду не дождусь момента, когда увижу его улыбку. Этот стул чертовски тяжелый. Хорошо ли я выгляжу? Привет, ты как? Отлично, это наш подарок для тебя. Знаем, сколько времени ты проводишь у компьютера и хотим быть уверенными, что все это время тебе комфортно. А вот еще небольшой подарок для тебя. Хочу, чтобы ты взглянул. С этого момента ты официально часть нашей команды и аккредитованный журналист КХЛ. Знаем, насколько это важно для тебя. У меня тоже есть подарок для тебя. Ого, неожиданно. Большое спасибо. Должно быть, кто-то рассказал тебе, как много кофе я пью каждый день. Вау! Это классная штука. Спасибо большое. Я родился недоношенным. Поначалу развивался очень даже хорошо. В 5 месяцев начинал потихонечку ходить. К сожалению, в дальнейшем я заболел менингитом. Врачи поставили обнадеживающий диагноз ДЦП. Говорили о том, что будет очень трудно с развитием и умственным, и физическим. Один глаз у меня не видит. В подростковом возрасте обнаружили, что у меня не развиты гормоны роста. Вырасти хорошо мне не удалось. Тем не менее, я могу с палками передвигаться по улице. Все равно живу полноценной жизнью. Я поступил на бюджет на факультет журналистики БГУ. Работаю. Хочу стать спортивным телекомментатором. С этого сезона регулярно хожу на игры «Динамо». Участвую в пресс-конференциях. Также задаю вопросы Крейгу. Он знает все мои секреты. Много людей из Канады спрашивали меня, как много тренеров, которым журналисты пели песню «Happy Birthday» в прямом эфире. И я понял, что немногим. Ну, удивлен тем, что ко мне приехали в гости. Я действительно очень счастлив, что меня поддерживают. Что скажешь о своей аккредитации? Как ее получение повлияет на тебя? Для меня большая честь работать на уровне КХЛ. Я ведь еще студент, который только начинает работать. Действительно, это большая честь. Не все имеют возможность быть аккредитованными, так что ты стал частью уникальной группы. Крейг, у меня есть лучший друг, который обожает «Динамо». Он живет на 5 этажей выше, и ему было бы очень приятно, если бы ты презентовал ему небольшой сувенир. Хорошо? Кирилл, привет! Я Крейг Вудкрафт. Как дела? Привет! Я смотрел телевизор и делал домашнюю работу. Смотри, это шайба для тебя! Это чудо, это я чудо-чудо. Кирилл, повернись тоже. Крейг зовет Кирилла на арену вновь, когда все будет хорошо и будем ждать вместе новых побед.